еще смотрим Новороссийск. Вот такой вот он там огромный. Такие горы. Здесь вот памятник морякам революции. Сейчас пойдем там почитаем, что написано. Так, 18 июня 1918 года в дни Цемесской бухте во имя революции мужественные моряки-черноморцы затопили боевые корабли, чтобы они не достались кайзеровской Германии. Вот такой вот памятник. Ввиду безвыходности положения, доказанной высшими военными авторитетами, флот уничтожить немедленно. Председатель Совнаркома Ульянов Ленин. 11 мая 1918 года. Еще раз. Памятник морякам революции. Че, едем дальше в сторону Геленджика.
Так, в Геленджике идем на море. Татьяна Петровна. Как всегда. Неожиданно. Посмотрим, что тут. Да, пустота. Не сезон. Вот такой здесь, Татьяна Петровна, пляж. Да. Ну, ничего. Они не валуны хотят. Водичка какая-то зеленая прям, смотри. Что-то отражается. Дом отражается. И что, вот смотри, вот это вот море, Татьяна Петровна. Угу. Это лужа. Такой вот спуск, не убиться. О, дальше ступенек нет. Это такой у нас обед. На лавочке прям загораем первые лучи солнечные получаем. Вот такая стоимость бензина в Геленджике.